Відкрита трибуна. Як зберегти кохання у шлюбі на довгі роки? Ну, лично мое мнение, мне кажется, что самое главное в отношениях и в семье – это взаимоуважение. Если будет взаимоуважение, то семья сохранится надолго, будет крепкой. Ну и, конечно, дарить своим близким радость, улыбки, любовь, говорить, чаще говорить, как ты их любишь. Ну, як вам сказати, це гарне питання, але я ще не одружився, то як це саме має бути, не представляю. Але я думаю, щоб зберегти кохання в шлюбі, треба кохати друг друга. Я вважаю, що треба, щоб люди друг друга любили, цінували, говорили правду. Не знаю, наверное, надо любить. И все. Мне кажется, нужно быть искренним в отношениях, чтобы доверенность какая-то была. Ну, чтобы доверяли друг другу. Ну и не было секретов никаких. И тогда все будет. Відкрита трибуна.